Тянуть. Отлично. А, твою мать! Ты чё, карга старая? Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и сегодня мы продолжаем прохождение Outlast 2. В предыдущей серии мы с горем пополам добрались до этой деревни, и сегодня посмотрим, что нас ждет. Так, вам нужно запустить генератор. Хорошо. Пойдем дальше. У них тут есть система оповещения. Чё? А почему она открылась? А чёрт с ней. Ага. Бабулька стоит. Там кто-то ходит, я видел. Заходи давай быстрее. Главное, чтобы здесь никого не было. Так. Вроде бы никого. Ну давайте осмотримся. На всякий случай откроем, вдруг нам придется быстренько бежать. Так, подвал. Подошла. Она ближе, ближе, ближе. Так, и здесь ничего нет. Сейчас проверим дверь и пойдем дальше. Нету ничего. Ладно. Так, 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 так. Ей не надоело болтать? Сама собой, блин. Где ты, карга старая? Ушла, что ли? Да вроде нет. А, да, ушла. Ну и черт с тобой. А, вон она стоит. Все, понял. Надо бы по-тихому, по-тихому. Куда мы вообще идем? Так. Кто тут у нас? Никого. Так, туалет. Но он нам не нужен. О, спит кто-то. Такое ощущение, как будто за мной кто-то ходит. О, еще кто-то спит. А нечего столько пить было. Говорил вам, не напивайтесь. Так. Дверь. О, батарейка. Я не понял, она меня что, видит, что ли? Идиотка старая. Так. Давайте-ка залезем. Заберем и свалим отсюда. Вот уже пора менять. Так, сюда я не смогу забраться. Что? Так, ладненько. Сюда я не заберусь? Нет. Не хочет. Ну пойдем тогда. Воу-воу-воу-воу-воу. Какого черта? Что происходит? А, видишь меня, да? Ну давай пока. Гуляй, бабуля. Так, открою окно на всякий случай. Вдруг сбежать. А то ждать еще пока окно откроется. Надо быть предусмотрительным, блин. Так, тут.
можно шкафчик задвинуть. Можно еще даже на щеколду закрыть. Но за мной пока никто не гонится, так что можно быть спокойным. Но это всего лишь пока, друзья. Тут в любой момент может все измениться. Ты больная, что ли? Хотя бы не болтала столько. Так, где этот чертов генератор вообще? Так, давайте-ка. Нот выкупит нас. Ваш Нот придурок. Ну, в принципе, как и вы. Так что можете расслабиться, господа. Все, открывай, пойдем дальше. Ты стой, стой, болтай сама собой. Карга старая. Так, ой, кусты. Ой-ой-ой-ой-ой. Вышли на поиски, ребята. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты меня не видел. Они-то, блин, нападут. Ой, черт, забрел в кусты. Я думал, тут может окно хотя бы есть. Эти ребята нападут даже без угрызения совести. Воу, а кто тут у нас горит? Фу, прикрылся бы хотя бы. Как так можно вообще? Так, куда ушел этот урод? Быстренько, быстренько, быстренько. Закрывай. Щеколда есть? Нету. Все, валим. Только куда? Так, закрывай. Пойдем наверх. Надеюсь, здесь никто. Какого черта? Не открывается. Опять спят. Набухались, видимо. Так, он там ходит. Все, понял. Так, ясненько. А куда он пошел? А, вон там. Подвал. Все, ясно. Так, давай-ка иди-ка оттуда, дружочек. Так, подвал есть еще туда, куда-то. Ну, я не знаю, туда вообще можно или нет. Хорошо, что они хотя бы нас наверх не светят. Ой, нет, не та кнопка. Все, вали давай, гнида лысая. Так, идет в дом. Понял. Перезаряжай свою пушку. А, нет. Стоит. Тут ходит. Блин, уродец. Спрыгнуть-то я спрыгну. Не понял. По-тихому, по-тихому, дружок. Пойдем сначала в подвал. Не-не-не-не-не, ты меня не видел. Надо быть аккуратным. Так. Сюда идет. Их двое уже. Так, здесь ничего нету. Идет. Прячься давай. Так, где ты? Ага, вот зашел. Ну,
давай, выйди или что-нибудь сделай уже. Так, вот он. Держись. Он вообще дышит? Вышел, нет? Вышел. Ладно. Зато мы выходим. Так, здесь ничего нет. Так, пойдем наверх. Не думаю, что в доме есть генератор, так что сваливаем дальше. Так. Что у нас здесь? Возможно, тут внутри. Посмотримся. Ой-ой-ой-ой! Извините, я не туда зашел. Так. Где этот чертов генератор? Это бабка та, которая болтает все время. Уже достала, если честно. Ага, вот генератор. Прекрасно. Да нет, прятаться пока не буду. Мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями или кастами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше слов, чем это необходимо. Когда мы совершаем вылазку в проклятый мир за бензином, электрооборудованием и другими нужными вещами, которые мы не можем сами сделать, я подружился с сыном трактирщика, который продает таблетки для папы. И когда я назвал их веществами для исследований, парень засмеялся и сказал, что телу не нужны пенициллин, если только он не изучит... Угу. Ты слышал о таких вещах? Я не хочу спрашивать папу из страха, не знаю чего. Так, но я и не хочу так же случайно отравить его. Пожалуйста, навести меня, Джон. Все болтают, достали уже. Так, нам сюда. Ага, вот ручка. Прекрасно. Тянуть. Отлично. А, твою мать! Ты чё, карга старая? Дура испугала меня. О, он еще и стоит лечится. Беги, Форест, беги! Блин, блинский. Валим с этой чертовой деревни. Куда он побежал? Ой, блин, сюда. Так, валим. Быстренько! Ох ты! Черт. Она меня убила, все. Фу! По самому больному месту. Ну ты тварь. Ладно. Две смерти за раз. Так, ну все. Че ты же здесь стоишь? Так, сейчас я посмотрю, от тебя вообще свалить. По-другому можно? Так. Так, здесь окон нету. Ой-ой-ой. Простите, мадам. Но мне нужно подлечиться. Так, ясно. Идем сюда. Так, он опять бежит туда. Значит, идет там та старушка. Ее как-нибудь обойти можно? Интересно.
О. И черт. Прячемся. Блин. Не смотри сюда только. Уф. Так, ушла? А куда она пошла? Где ты, тварь? И еще ребенок. Блин. Так, сейчас выйду, она вообще пройдет здесь. А, ну ладно, чё ж тут. Где ты? А, вот она. Залазь давай! Быстрей! Идёт опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Спалил? Нет. Ну давай, вали отсюда. Так, уходит. Раз она уходит, значит мы тоже уходим. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Уйди от меня. Я невкусный. Сейчас догонит, сейчас убьет меня. Сейчас убьет. Она близко. Где ты, тварь? Где ты? Вот она. Красавица наша. А, она меня не видит. Куда пошла? Блин, сейчас опять займет то место. Так, карга, я здесь. Ай-яй-яй-яй! Зря я тебе так сказал, прости. Я не хотел тебя обижать. Эй, больная! Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Че, не видишь, что ли, реально? Тупая, что ли? Идиотина. Вот дура. А походка как у мисс Вселенной, блин. О, правильно, иди туда. Карга старая, блин. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты меня не видела, ты меня не слышала. Беги! Дурак, беги давай! Ух, успел. Ладно, мы свалили. Ой, а, нам сюда. Ну, классно. Тут хотя бы свет есть. Эта дура там еще? Ушла. Фух. Так, ладно, давайте-ка продолжим, посмотрим, что тут будет. Он вообще перестал записывать, я не пойму что-то. То ли я что-то пропускаю такое важное, то ли... А, вот. Вот теперь запишет. Молодечек. Так. Я, честно говоря, не понимаю, что там. Но он нам пояснит. Ворота храма, основанного Салливаном Нотом. Современным Иезекиилем. Их нож острый для врага. Ладненько. Пойдем дальше. Так, рыбки висят. А куда нам теперь?
Хотя бы карту дали бы, что ли. Так, покрышки. Покрышки нам не нужны. Эти доски можно оторвать? Ясно. Ясно. Пойдем тогда. Сначала зайти в тот дом или сюда? Джессика. Блин, кто поет? Где? Так, в этом доме поют, понял. Значит, сначала пойдем сюда. Да где ты, мать твою? Или у него опять глюки? А, черт, короче. Ага, ясно. Значит, сначала туда. Фу! А что здесь произошло? Чё они все дохлые какие-то? А, вот, вот эти твари на меня нападали. Ну, в любом случае, здесь все мертвые, обгоревшие какие-то. Ну, пойдем. Ладно, не пойдем. Идем тогда дальше. В колодец, что ли, нам? Ух ты, блин, твою! Так и знал, что что-то будет. Ясно. Опять его глюки. Так, камеры нету? А, есть, есть, молодец. Пойдем тогда. Ползи, дружочек. Кто болтает? Ну давайте, дайте мне уже. Пасть отсюда хотя бы. Вот он, смотри. Так, сразу. Выползай давай. Это тоже мне, лишь бы поползать. Так, батарейки не одолжите. Кто идет, куда идет? Так. Ну-ка. Закрыто. Да, закрыто. Ясненько. Че? Че, смешно тебе, да? Честно говоря, я не знаю, кто ты. Мне страшно. Мне тоже. Ой-ой-ой. Так, че тут? А, тот же шкафчик. О. Подобрать. Ну давай. Удерживаем. Ну какие грязные руки. Мог бы и помыться. И что ты сделал? Что дальше? Так, нет, прятаться нам не нужно. Угу. Так кто смеется? О, батарейка. Круто. Ага. Глюки начались. Ясно. Так, дверь что, не работает. Все, идем обратно. Только зачем, куда и почему я не в теме. Так, сюда может. Закрыто. Так, так, так. Наверное, в ту дверь теперь. О, телефон есть. А, нет. Калькулятор какой-то. Ну, ладно. Что здесь? Смартфончиков нету. Да что такое? Куда идти? Ладненько. Давай попробуем. Блокируется. Ясно. Ну, я надеюсь, во
всех шкафчиках лазить не надо. Так, все, глюки у него, глюки. Джессика. Где ты, Джессика? Так, сюда. Сюда. О, Джессика. Не убегай, дура. Так, запись. Ага. Страшно. Да, молодец, записал. Посмотрим. Ага. Не записалось. Так, мы... О, Бог! Сейчас! Камера нам сейчас не нужна. Это же уже было в начале. Ну, вот эти языки всякие волосатые. Чего вы тут делаете? Ничего. Ладно. Сюда можно? Можно. Дед, ты чё? Быстро! Какого чёрта? Как я здесь учтился? Все, валим. Долго я с вами разговаривать не стану. О, а где это мы? Где? Вот сюда. Можно? Можно? Ой-ой-ой. Джокер! Ой-ой-ой, идет. Куда? Куда, мать вашу? Так. Закрыто, блин, дурак, беги. Беги. О, сюда. Все, понял. Да блин, присядь ты. Угла. Ясно, у нас тут еще и Джокер есть. А где же наш Бэтмен? Ползи давай. Ой-ой-ой. Сюда, давай сюда. Сейчас еще догонят. По башке мне надают. Давай, я в тебя верю. А куда мне надо? Сюда! Раз все идут со всех сторон, закрывай, дурак, закрывай! Отлично. Ты не пройдешь! Так, сюда. Сюда нет. Вот сюда. Ой-ой-ой. Сюда. Куда мне? Зашел он? Да, зашел. Он меня увидит? Флешокс. Скам! Ой, ты меня увидел. Ладно, все, я бегу. Я сваливаю. Так, сюда. Ой, нет. Так, что тут есть? Прячься. А здесь я могу вылечиться? Сомневаюсь. Так. Удерживаем. Так, идет. Фух, сейчас. Камера нам не нужна. Ой. А, вот он. Эх, ты псина такая. Все, вали давай. Не хочет. Блин, твари. Он уйдет сегодня или нет? Так. Я думаю, он меня спалил. Ага, спускается, что ли? Там еще один.
Лечимся по-быстрому. Что за походка, блин? Так, включай. Нет, перезаряжай. Так, куда здесь? Только сюда? Ну давай. Толкаем. Черт! Да какого? Вашу дивизию. Тупанул, надо было дверь за собой закрыть. Опять прячемся. Ну, черт. Вы видели его походку? Поднимается. Но это один. Так. А второго там нету, надеюсь. Так, сейчас за собой дверь закрою, это точно. Я забыл. Толкай, какого черта? Почему не толкает? А, в ту сторону, хорошо. В принципе, мне разницы нету, главное, чтобы открылось. Все, валим отсюда по-быстрому. Угу. Еще и свет выключили. Так. Пока мы в таком... Чё? Ну, запись. Ладно. И долго? Почему просто ему не хватает сделать фотографии? Так, думаю, тут происходит магия. Стулья для публики. Я видел ее только потом. Я не мог. Так, ладно. А, нет, сделаем вот так. Вот, отлично. Фу. У тебя и туалет здесь. Фу. А в ведро попасть не могла, что ли? Осторожнее надо быть как-то. Так. Ладно, друзья, думаю, сегодня... Хватит, продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.